Впервые за 8 лет в Татарстане конкурсная комиссия выбрала только одного претендента на премию имени Габдулы Тукая. Об этом сегодня заявили на брифинге в кабинете министров. На ее соискание изначально было подано 18 заявок, но на тайном голосовании определился только один лидер – творческий коллектив создателей архитектурного комплекса мечети Кул-Шариф. Сколько в итоге будет присуждено премии, решение остается за президентом Татарстана. Дая премию Тукая, быть абсолютно уверенной в единстве как профессионалов, так и широкой общественности. Вот когда такое согласие есть, как по авторам мечети Кул-Шариф, тогда действительно и члены комиссии, и единогласно, и со спокойной душой дают свои голоса. Вообще считаю, что Кул-Шариф это звезда нашей жизни сегодня. Вы должны с этим согласиться.